Всем привет! Хочу заснять новый формат видео. Купила, засняла, попробовала, рассказала, засняла. Почему? Потому что купила, забыла, попробовала, не вспомнила и так далее. И первые мои покупочки — это вот такие вот красивые упаковки. Это крема для рук. Очень мне она понравилась, эта упаковочка. Такая увидела, сразу поднимает настроение. Это делает Китай. Вот этот крем. Крем для рук, питательный. Такой вот 80 грамм. Такой беленький, пахнет кокосиком. Зелененький, более такой свежий аромат. Довольно-таки питательный крем. Единственное, он такой густоватый и чуть-чуть тяжело его выдавливать. Вот такой кремчик. Но купила, наверное, больше из-за вот этой упаковки. Ну, просто симпатяшка. Также взяла пробник такого кремчика. Не покупала, вижу, ночной крем. Он недорогой. Я уже его попробую. Расскажу свое впечатление. Взяла еще две таких миниатюрочки. Это крема для лица. Этот крем идет для чувствительной и сухой кожи. Очень такой он питательный. Такой вот кремчик. Нежный очень запах в нем. И второй крем. Это идет как больше ночной. А этот идет и днем, и ночью его можно использовать. Крем антивозрастной. Хорошо питает кожу. Хорошо впитывается. Написано, его можно использовать в качестве базы под макияж. Наносить утром и вечером. Ну, тоже попробую, расскажу. Попробовала я этот крем. Забыла сказать, здесь 15 мл. Небольшая упаковочка. Могу сказать, что этот крем очень питательный. Я его пробовала на ночь. Он прям такой, ну, прям как вазелин. Даже его, ну, набрать тяжело. Вот такого плана текстура у него. Очень хорошо питает. Ну, такой он жирненький. Я его оставляю на более холодное время, когда будут морозы. Потому что сейчас он чуть-чуть плотноватый и тяжеловат. Попробовала также дневной. Ну, он дневной и ночной крем может быть. Он также хорошо питает кожу. Этот крем уже более легкую текстуру имеет. Ну, прям он какой-то такой интересный. Он прям, ну, тянется. Вот. Ну, хорошо напитывает кожу. Я его как раз на осень оставлю, буду им пользоваться. Я думаю, он подойдет мне. Первое впечатление — питает и увлажняет кожу хорошо. Кожа свеженькая, и на этот крем хорошо наносится тональник. Привет, моя помощница. Еще одна покупочка. Это мои любимые масочки Garnier. Очень они мне нравятся. Эти маски, во-первых, здесь нету внутреннего такой пленочки, которая, ну, наносится на лицо маска, потом снимается пленка, и получается, ну, как бы двойная работа. Здесь сразу тканевая маска, чистенькая, без этих всяких пленочек. Очень мне понравилось, я покупала вот такую вот маску. Питание бомба, такая она с легким кокосовым ароматом. Я была от нее в восторге. А это я взяла на пробу себе. Такая у меня тоже была. Вот такую маску с алоэ. Тоже оно идет с сывороткой. И вот такая вот маска ночная. Такую тоже я не пробовала. В общем, я их попробую. Вот за эту могу сказать супер. Просто, я же говорю, я такие буду покупать часто. Это тоже хорошо увлажняет. Ну, а за эти попробую и расскажу вам. На Инстаграме я сделала небольшой заказ. Очень красиво упакована посылка. И мои покупочки. За такую небольшую посылку получила подарок. Умывалочка. Много слышала о ней. Кстати, хотела очень ее попробовать. Мне повезло. Попробую. И уже тоже скажу свое впечатление. Здесь 2 мл. Такая вот умывалка. Также приобрела помадку миниатюрочку Estee Lauder в номере 420. Конечно, я не ожидала, что помадка будет настолько маленькая, но
уже пришла, и я рада даже такой помаде. Цвет очень красивый. Попробовать такую. Сейчас сделаем сводч. Estée Lauder у меня помады есть, они шикарные. Вот такой вот цвет. Цвет при вспышке. Он слегка в розовиночку идет. Такая вот красивая помада. Также взяла Estée Lauder миниатюрочка. Это для снятия макияжа с глаз. Такая бутылочка. Здесь идет 30 миллилитров. И также я взяла крем фирмы Колистар. Это под глаза. Это имеет легкий лифтинг эффект. Здесь 5 миллилитров. Его не пробовала. Пока я его открывать не буду, потому что у меня есть крема открытые. Так что слышала о нем хорошие отзывы, но рассказать о нем пока ничего не смогу. Попробовала я эту помадку. Помада, конечно, шикарная. Цвет ложится прямо с первого нанесения. Очень хорошо она держится на губах. Довольно-таки стойкая и хорошо так защищает губы, питает. Но она не сильно жирненькая. То есть она такая, у нее более плотная текстура. Цвет очень красивый, мне понравился. Так что помадой я довольна. Номер 420. Приобрела такие отливантики туалетной водички. У нас есть магазин, в котором можно купить оригиналы в любом количестве. То есть или полную бутылку, или вот от 1 миллилитра. Я взяла вот по 2 миллилитра, уже попробовала некоторые. Ароматы такие более осенне-зимние. Картинки я оригинальных бутылочек вставлю. На запахи, могу сказать, надо нюхать, это все индивидуально, мне эти запахи понравились, но опять же, первое мое впечатление классное, но все-таки тут же влияет и погода, и настроение, сегодня понравилось, завтра уже как-то не так, все может быть, первое впечатление хорошее. И за такие вот отливантики там девочки дарят клиентам своим, которые часто к ним заходят, подарочки. Вот это вот они мне подарили кофе и соль, такой скраб для тела. Его надо разводить, я так понимаю. Вот там с маслами этот скраб. Это делает Украина. Украина. Ну, 200 грамм, в общем, буду пробовать. Они мне говорили, что можно этот скраб добавлять в обычный гель для душа и уже все вместе вспенивать. Говорит, очень классный эффект. Попробую. Попробовала маску. Очень хорошо она увлажняет кожу. Питания такого я не увидела. Обычная, увлажняющая, хорошая маска. Водичка для снятия макияжа с глаз. Скажу, я ожидала большего. Она неплохо снимает тушь и загрязнение, но, допустим, обычная водичка с масс-маркета не хуже справляется. То есть нет смысла покупать дорогую такую вот косметику. Попробовала вот этот ночной крем. Очень он мне понравился. Крем такой довольно питательный, но не плотный. Такая гелеобразная текстура. Крем не дает липкости, хорошо впитывается, напитывает кожу, и он хорошо увлажняет кожу. Попробовала эту умывалочку, мне этого пакетика хватило на 2 раза. Само средство не сильно пенится, но очищает кожу очень хорошо. Мне понравилось, нету сухости, стянутости, можно спокойно брать большую упаковку. Я иногда пользуюсь сухими шампунями, в некоторых случаях он очень выручает. Вот купила такой сухой шампунь, ну я его уже попробовала, но раньше не покупала. Очень он мне понравился, хорошая цена была и объем неплохой. Я, в принципе, мою голову через день, но бывает на следующий день надо чуть освежить. То он очень хорошо и освежает, и очищает,
и волосы более пушистые, и они пушистые до конца дня. То есть на 2 дня я не знаю, его, наверное, не хватит, но в течение дня он даже очень неплохо выручает.